Самые заслуженные люди района продолжают получать награды в честь 700-летия Клина. Сегодня памятные знаки вручали работникам сразу двух уважаемых предприятий. Некогда завод, а ныне акционерное общество «Термоприбор» отметило свое 60-летие. Предприятие сумело пережить трудные времена и остаться на плаву. Сегодня в цехах «Термоприбора» выпускают несколько миллионов различных термометров в год, а на предприятии трудится 250 человек. У многих трудовой стаж исчисляется десятками лет, и Татьяна Кузнецова одна из них. Она отдала предприятию 35 лет. Я могу сказать, что за столько лет цех стал моим вторым домом. Вот. Они переживают за меня, я переживаю за них, за каждого, чтобы у них все ладилось на работе, чтобы у них все было нормально в семьях. В честь юбилея города 15 работников «Термоприбора» получили из рук главы района заслуженные награды. Благодарственные письма, почетные грамоты и, конечно, памятные знаки 700 лет Клину вручили работникам водоканала. В этом году предприятие отмечает свое десятилетие в новом статусе акционерного общества. Торжественная часть и концерт состоялся на сцене ДШИ. Благодарственные и почетные награды получили почти полсотни сотрудников. Среди них слесари, водители, начальники участков и другие специалисты, которые обеспечивают водоснабжение в наши дома.